Елена Евсеева. Тарелка. Тарелка, ах! Тарелка, ух! Из тонкого фарфора, белее, чем самый белый пух, и ярче светофора. Ее держу я сразу в двух руках, не выпуская. Тарелка, ах, тарелка, ух, красивая такая. На ней цветы из разных стран разбросаны повсюду, а в середине караван из одного верблюда. Стоит оранжевый верблюд над желтыми барханами. Ну почему же в ней дают на завтрак кашу манную? Едва я крикнул это вслух, тарелка бах, тарелка бух.